На этой неделе сотрудники ЗАО ВИД собрали журналистов, представителей общественности и администрации и автовладельцев. Поводом стала прошедшая недавно в общественной приемной главы Республики Коми встреча, на которой так и не выяснили, кто же виноват в качестве печорских дорог. В этот раз представитель организации ВИД говорил об отсутствии финансирования, а заместитель главы администрации просил научить его, как при таком бюджете можно найти на это средства. Конструктивного разговора и на этот раз не получилось. Всю зиму с порта возили мерседесы, возили песок. Всю зиму. И вы думаете, что ямочный ремонт выдержит такие машины? Подождите, от электросетей до 8-й больницы. Жду. От электросетей до 8-й больницы. Поедем к электросетям. А что вы мне хотите? Я знаю, что там дорога разбита. Возле молкомбината вы делали в прошлом году, нет? Возле молкомбината? Да. Только ямочный. Вы теперь вы смотрите, что там, нет? А нам-то зачем? А у нас нет содержания в этом году. Я также езжу на машине. Мы вообще не причастны сейчас, в данный момент, к восстановлению дорог. Я спросил коротко и ясно. Кабинета вы делали в прошлом году? Делали, да. Теперь там ямы. Вы привезли на песок, где ямки хорошие, да, правильно? Нет, это новые появились ямы. Там делали? Да. Я нет, сам езжу. Теперь там ямы. Да. Нет, мы сделали 20, появилось 40. Наша в чем вина-то, не пойму. Сейчас там съешь. Так это надо же сплошной, не мое. Вы говорите, сделали хреново. Да, сделал, хорошо, покажи мне. Что вы говорите, сделано хреново. Вы что, ямищами, ё-моё. Ну, какие ямищи? Вот так, на любой вопрос, любой ответ. И все же на один конкретный вопрос, как дорожники оценивают свою работу, заместитель генерального директора ЗАО ВИД Владимир Полевой дал единственный конкретный ответ. Мы работаем хорошо. И пояснил, что именно для того, чтобы это сказать, и были все приглашены. Вот только печорские водители никак не могут поверить дорожникам на слово. Эти кадры датированы июнем 2011 года. Тогда на ямочный ремонт и содержание дорог было выделено 8 миллионов рублей. Ну, у нас, естественно, был объезд совместно с администрацией. Нам администрация указала, мы вместе с администрацией мы сами ездили и выбирали. То есть те участки, которые в плохом состоянии. Ну, считается, что некоторые участки по Печорскому, по Гагарина, по Соц есть участки, которые надо в первую очередь делать. А это июнь прошлого года. На капитальный ремонт дорог планировали потратить более 23 миллионов рублей, на ямочный – более 8 миллионов. Причем ремонтировали дороги по новой технологии. Работа выполняется по технологии. Тут много возмущений идет, что ведется ямочный ремонт и не присутствует катка. Но есть новые технологии сегодня. Присутствуют, видите, нету и компрессора в этом году. Будем говорить, есть ветродуй, у которого 8 атмосфер, он выдувает все, что выдувает. Нету катка, есть виброплита. Та, которая заменяет, будем говорить, этот же каток на ямочный ремонт, это нарушение технологий никакое нет. И будем говорить, не первый год этим занимаемся, и будем смотреть, если проедем по дорогам и посмотрим, что если яма даже заделанная, которая нами 5 лет, она так и стоит заплаткой, а рядом выбивается. Не помогла новая технология. Из года в год одно и то же. Деньги выделяются, а результата нет. Нет ни одной улицы, про которую можно сказать, она от начала до конца без выбоин и ям. Правда, доказывать что-то дорожникам бесполезно. Они же работают хорошо.